Разбитая плитка, асфальт с трещиной, груды мусора, зебры нет. Как видимо и самого пешеходного перехода. Именно так выглядит инновация, по мнению застройщика, одноименного жилого комплекса. Дорогу разбили во время строительства 5-го корпуса, вспоминает Татьяна Лапицкая. Вот только дом уже полгода как сдан, а жители до сих пор задаются вопросом, почему прилегающая территория в порядок не приводится. Да трындец тут с пешеходным переходом. Не хватило его и на месяц, наверное. На самом деле это безобразие. Плитка разбита, зебры нету, детям негде ходить, переходить дорогу. Полный ужас. Бардак, безобразие. Надо что-то с этим делать. Самокаты и велосипеды простаивают, туфли на каблуках отложены в долгий ящик. Татьяна надеялась, переехала из шумной Москвы в тихое Подмосковье. Воздух все-таки оказался чище, а вот улицы не очень. Мы вынуждены проходить пешеходный переход, оглядываясь во все стороны, чтобы ничего не случилось. Это небезопасно. Детей пускать самих на единственную автобусную остановку никак нельзя. Мы рискуем каждый день. Повода для беспокойства не на пустом месте. Уже привычный поход в бассейн для пятиклассника Дмитрия, сына Татьяны, пошел не по плану. Упал на переходе, разбил колени. Стало уже не до плавания. Я споткнулся об бордюр, упал на проезжую часть, в основном на руки и колени. Сильно поцарапал ноги, раздер руки, порвал штаны. Многочисленные жалобы местных на состояние пешеходного перехода проблему не решают. Писать обращение на добродел у них уже вошло в привычку. У нас очень много строительного мусора, контейнеры все переполнены. Мусор разлетается по всей территории ЖК. Очень грязно, ничего не убирают вовремя. Сами видите, что вокруг творится. Не только мусор и разбитый пешеходный переход, но и вода в подвале, трещины на фасаде, сломанные лифты. Недочетов здесь достаточно, а инновации пока только на словах. Складывается ощущение, что УК, она у нас тоже УК Гранель ЖКХ и застройщик Гранель в сговоре. Одни прикрывают других, чтобы по истечению 5 лет вышла гарантия, и мы все устраняли за свой счет. Очень, конечно, неприятная ситуация. Особенно она тревожная, потому что это вода в подвалах. Еще в марте глава округа поставил задачу – все проблемы устранить. Спустя 2 месяца ВОЗ и ныне там. Управляющая компания комментировать ситуацию отказалась, а вот застройщик разъяснил – работы запланированы. Этот участок отремонтируем до 31 мая 2024 года. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».